Для жителей Беларуси Вильнюсский автовокзал стал особенно популярным местом обмена рублей на иностранную валюту. После прибытия автобусов у обменных пунктов выстраиваются длинные очереди. В белорусских банках стало практически невозможно купить какую-либо валюту. Мы решили спросить у самих белорусов, как отразился кризис рубля на их жизни. Проблемы затронули каждого. Падение доходов, потеря работы, рост цен, закрытие бизнеса – вот что тревожит сегодня всех. Там невозможно просто заработать деньги. Мы едем туда, как другие страны зарабатывают. Вместе с тем, большинство не решается говорить о валютном кризисе открыто, опасаясь проблем на работе и при пересечении границы. По мнению людей, главная проблема в том, что ситуация становится все более непредсказуемой. Курс белорусского рубля продолжает падать. Никто не берется прогнозировать, каким этот курс будет завтра. За последний месяц белорусский рубль обесценился почти вдвое. Это значительно больше, чем аналогичная девальвация рубля в 2008 году и абсолютный рекорд последнего десятилетия. Во время съемок этого репортажа курс белорусского рубля изменился. Теперь литовские обменники предлагают доллары США за 8 тысяч белорусских рублей.